А вот такой стиль я люблю. Ой, кантри ненавижу. Нет, это не будет кантри. Кантри, кантри, 100% кантри. Он уже знает по стилю. Кантри. Здравствуйте, меня зовут Настя Демидова. Я уверена в том, что все не так просто, но тем не менее, каждое мое выступление меня очень сильно заряжает и вдохновляет. И я надеюсь, что вы тоже хоть немножечко, но тоже вдохновитесь вместе со мной. Странный тембр. И сейчас она такая ля-ля-ля-ля-ля, а потом такая ра-ра-ра-ра! И расщепление. Я говорю, будет она петь серьезно, какой-то рок, но не кантри. Интересный у нее такой образ, да? А что она может спеть? В нем тишина, я поднимаюсь к небу, еле дыша, и вдруг понимаю, это во мне душа. Прикольно. Странное дело, это моя душа. Как нелепо жить вниз головой, когда такое небо есть надо мной. И кажется, звезды можно достать рукой. А я и не ведала, что этот мир такой. Но, боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так. Выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей. Кто-то всерьез менять, не побоясь мелочек потерять. Свободно только небо над головой моей. Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так. Выкинуть хлам из дома и старым позвать друзей. Ну что ж, Анастасия Демидова с песней Александра Иванова на музыку и слова Сергея Трофимова набирает... О, боже, какой пустяк! 70 голосов! Прекрасный, достойный результат. Я вот нахожусь рядом с очаровательной Назимой. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Дорогая Анастасия. Песня старая, прочтение новое. Прочтение новое, очень красивое. Ты сама очень красивая, такая искренняя. Вроде пришла такая застенчивая, а такой выдаешь. Очень красивые мелизмы. Какой крутой бит. Мне очень понравилось твое прочтение, поэтому я желаю тебе удачи и не отчаивайся. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, перейдем к людям, которые носят гордое звание артистов лейбла Black Star. От тебя до сих пор пахнет гамбургерами. Да. А скажи, ты в Black Star уже пришел с этим бриллиантовым браслетом? Или уже там выдали это? Как? Там выдают. Там выдают, чтобы... И татухи выдают. И... Нет, бороды вот, у меня отобрали бороду, поэтому... Сказали, тебе не идет, да? Да. Натан, как тебе стайл? Слушай, да все очень круто. Ты вышла с правильной энергией. И все четко было подано. И плюс, когда начался биток, когда получилось развитие, те ноты, которые, казалось бы, что сейчас не дотянутся, они очень круто были обыграны фирмово-мелизматикой и на фальцете. Это было очень круто. Спасибо за ритм и блюз. Ну что ж, ты стоишь рядом с Полиной, обладательница Грэмми за дуэт с Эминемом. А? Трепещу, волнуюсь, за руку держусь. Когда с Блэкстаром поешь?
Споешь? Я жду, когда меня пригласят. Послушай, послушай, я тебя сразу приглашаю. Я не имею никакого отношения к Black Star, но я тебя приглашаю. А с тобой можно? Да, ты только что с Black Star спела «Боже, какой пустяк». Давайте вернемся к нашей прекрасной девушке. Привет, Элэй. У тебя такой Лос-Анджелес вайб. Это город, в котором я живу, поэтому мне показалось, что я дома на минутку. Ой, мы сейчас все расстроились. Но мы на канале «Россия», в России. Но при этом я пою русскую песню. Да, кстати, это очень, мне кажется, непросто сделать. Взять с песню, которую все знают, и дать ей какой-то новый, именно модерновый вайб, который в контексте сегодняшнего времени читается по-новому. Развивает эту самобытность. Спасибо. Удачи. Полиночка, скажи, пожалуйста, а у тебя Грэмми стоит в Москве или в Лос-Анджелесе? Вэлэй, Грэмми стоит у Эминема. А у тебя? Нам дали плекс, потому что я написала... Ну, принеси хотя бы, Лазарев поцелует хотя бы на удачу. Я поцелую, Коля помолится на это. Да что здесь, у вас здесь свои премии. У нас, да, у нас, кстати, самые лучшие премии. Почему? Потому что они наши. Ну что ж, а мы знаем, что сегодня ты в этом зале не одна, и тебя поддерживает мама, да? Да. Давайте поаплодируем маме. Маме можно еще погромче поаплодировать. Давайте еще, пожалуйста. Как маму зовут? Елена. Елена, ну согласитесь, приятно слышать столько прекрасных слов о вашей дочери. А сейчас эти слова закончатся? Потому что у нас скажет Феликс Тарикати. Сегодня Феликс у нас рокер. Имей в виду, что я не зря спросил маму. Мама могла бы пойти на твой концерт, а сейчас... А, нет. Я не ожидал, честно говоря. Я очень хорошая, красивая девочка. Очень. Но опять же, учитывая то, что я в первую очередь вокалист, мне не хватило чистоты вокала. Мне не хватило этих высоких нот, которые она не добирала. Она поет, конечно, потрясающе, здорово. Именно в молодежной такой манере, которая сейчас очень модна, очень популярна. Но она еще маленькая, надо работать и работать. Еще нам работать. Всем надо работать. Да, нам всем надо работать. Я извиняюсь. А вот Лазареву и Валерии хватило, мне кажется, и нот. Спасибо. Ну, я с Феликсом соглашусь, несмотря на то, что я встала, что все-таки действительно неточности, интонационные... Спасибо, Валерия. Место. Да, да. Но я поэтому долго сидела. Я не сразу вскочила. Но все-таки я... Но все-таки я стихрандурос сделал свое дело. Но я тихо... Что? Что сделала? Мне очень понравилось... индивидуальность. Вот. Это вот почему, собственно, я и поднялась со своего места, потому что мне очень понравились фразы, они были очень интересные. И там, где совершенно никто не ожидал, где были ноты высокие, там все встало на место. Спасибо. Я тоже соглашусь с Валерией. И вообще очень много тебе комплиментов сказали, и это здорово, безусловно. Потому что мне кажется, что ты музыкант в душе, прежде всего. И ты все это пропускаешь через себя, и это видно. Мне очень понравилось, как ты пела. Мне очень понравилось, как ты себя вела на сцене. Ты создала какую-то определенную атмосферу своим голосом. Поэтому не теряй свою самобытность. Не теряй, но обязательно развивайся и обязательно дальше работай над собой, над своим голосом. Вот сделай так, чтобы было и свободно, и точно. Я поняла. Анастасия Демидова набирает 70 экспертных голосов. А это значит, что мы прощаемся с питерским трио. Спасибо, девочки. Изи Тон, всех благ, удачи, браво! Итак, теперь какая расстановка сил у нас в тройке лидеров. Первое место – 99 баллов Елизавета Слышкина. Второе место – Анастасия Демидова. И ближе всех к зоне вылета – Мария Божьева. Сделай что-нибудь не так,